Привет, мухоязы. Покажу сегодня еще одну весеннюю мушку. Ой, стой. Мушка-сиренька. Как обычно, монтажная нить. Сиреневый лавсан вот такой вот. Мушка простая. Сделать ее можно, конечно, гораздо проще без монтажки. Унияр. Это будет у нас подслойчик такой. И золотой швейный рюрикс. Проматываем подслойчик наш. Больше нам не нужна. И втираемся виток к витку, ложим наш лавсан. Если останутся просветы, ничего страшного, как раз он будет пробиваться. Наш подслойчик пурпли, который придаст мушке волосатость. Головка Унитрейд Фараранж 8.0. 0.72, да, кому как удобно. Проматываем. Нашим люриксом. Берем три бородки красной органзы, перегибаем так, выравниваем и крепим сначала вперед. А потом по три бородки по сторонам разводим.
Весной очень хорошо эта муха работает. Сушку.